Итак, давайте посмотрим, как у нас едет Шкода Karoq. 2021 год выпуска. Комплектация Ambition, передний привод, подогрев руля, передних сидений, задних сидений, люк в заднем сиденье. Вот уже переобулись на зимние шины. И вот жена поехала за покупками. 5000 пробега. Масло пока не меняли. И на ТО не планирую идти. Потому что это очень дорого. Проще сделать самому. Там поменять масло, пару фильтров. Вот сегодня ELM321 все это проверил. Все нормально, никаких ошибок. Машина нравится.